Так, всем привет. Мастер в 10 кинул, там посмотри на первой минуте. Чё? Ну, после первой минуты. Так, как дела у вас, ребята? Плохо. А что случилось? Ничего не случилось. Ладно, ребята. У меня хуй стоять перестал. О, нет. Импотенция. Ты можешь его поднять как-то резко? Могу. Скажи еще что-то. Ладно, уже не надо. Так, у кого еще есть проблемы? Так, ладно, давай, знаешь как, мастер. Ты будешь голосом сегодня, потому что мне в понедельник с утра рано на работу. А, ребята, какие-то есть вопросы к людям в рейде по спекам? Я вот в фурике сегодня, 2 ДК танка и маленький протопал. У кого-то есть вопросы? Пишем в чат. Или Диси говорим. Потому что Маликит в Райтрикине. Вот такой вопрос. Маликит, ты в Диси? Сейчас пекай. Давай в танка. Васки раздали там? ГД там или чё? Что? Ты маленький, ты спекнул в протопала, да? Он, у него спек протопала, он протопалом сегодня. Окей, у Самарийского 2Т5. У маленький-то лучше 2Т5 на холипале. Ну смотрите, поменяться да, у нас местами. Ретрика нет. Не, у него холипала спека нету. Пойдете нахуй без ретрика, нихуя вам не случится. То, что у вас конта нет, вам похуй, блядь. Да, говорят. Просто милики не ноют, так как кастеры. Ну так еще вопросы есть у кого-то? Спекнулись вы там? Ну, я думаю, наверное, надо начинать, да? Давай, мы мастер. Сделаем. А, у сомалийского ретрик протопал, я понял, Келлина. Понял, да. Остается все так, как было. Лапу бафните, пожалуйста. 2 часа нашего времени на 3 босса началось, ребята. 2 часа. Почему на 3 босса? Ну, 4-й босс зависит от того, как быстро первых убьете 3-3. Там я еще буквально час, может, буду. Так что давайте побыстрее все делать. Принимаем готовность. Че он был ранен? Пошел менять спек. Ставим, блядь, шкаф. Тык. Рыбу жрем, сумоним людей. Побьем, блядь, без анонса, нахуй. Если будете тупить, ваши проблемы, каждый получит КП. Говорим. Мастер, поставь на меня что-нибудь метку. Я раздам из-под фласки. Квадрат уже из-под фласка надо ходить. Значит, ребята, еще важное. Выкупать воронки, если у кого-то есть неоткрытая Т5, прямо сейчас в рейде, можете у меня. Прямо во время рейда. Ну это, конечно, если деньги есть. А сколько надо? Ну там половина цены, сколько там сейчас? 6 тысяч, да? Не знаю, сколько я они. Я не знаю, но... Да, 6 тысяч нормально по цене, там плюс-минус. Ну вот 6 тысяч. Одна воронка. Теперь, милики, подходите к квадрату за фласками для миликов на АП.
Чё ж, репистол, тебя задели слова этого? Шейпер, линконит опять. Шредер? Кого? Шейпера нету, ты опять. Шейпер, ты опять линконит? Обратно ворон. Ну тогда... Поставьте еще раз ГБ. Стоит на квадрат. Хорошо, бей, блядь. Сейчас я голду с ГБ обратно возьму. Тебе отдам. Прости. Все тут. Сейчас, секунду, шейпер отдам. Убирай квадрат. Чтобы покупать воронку, линкуйте мне Т5. Миша, давай еще раз трейд. Раздали там что надо? Я тебе давал уже в класске. А чё ты пошёл? Кидайте. Гера. Не, чтоб паролить, там написано все. Сейчас будет каст после этой платформы. Прожмись. Огненные перья, 18 секунд. Раньше будет. Не спустились. Танка нету там. Два есть. Танка должны быть на боковых платформах. Все нормально.
повтори еще раз. Да, уже дали. В следующей платформе начинаем стопать по птенцам. Что уже будем стопать по птенцам? 35%. Стопнули. Доводите птенцу. Стопнули. Вниз, вниз. Стопайте, стопайте, стопайте. Смотрим, куда босс полетит. Мне тоже войти не получит. Стопайте. Микстурку не уронит? Я отлетел, смотрите осторожно. Одного убили, ко мне, да? Ко мне ближе. Сколько феникс? 3. Да у меня прожимки есть, я не прожимался еще. Пять процентов у босса. Стопайте, играйте в босса. Стреляем. Продавщики, фу по босс. Ой-ой-ой. Добивайте, мы убили, убили, убили. Дал прожимку, дал вам. Чего вы под босса повели у кликов? Потому что откидывают меня. Того в не добивайте, того не бейте, того не бейте. Не бейте. Не того. Трогайте его. Сейчас пока он слетит. Пошли все в ромбик, в ромбик, в ромбик, блять. Какого хуя там все стоит? Ушли, ушли. Разбежались. Убежали в луну. Да как будто тут первый раз в натуре, блядь. Я убегаю в эту сторону, чтобы от вас, блядь, отвести босса. Добиваем. Одного добейте, одного добейте. Хорош. С меня феникс выбери. Сейчас.
Малик, все, становись в угол. По второму. Стоп. Забирай этого с меня тоже. Все в ромбе. Захил Маликета. Хилы, куда вы отбегаете далеко так? Я не пойму. Я вам что, далеко? Потому что метку поставили, хуй знает куда. Ближе поставили. Мастер, я тебе сколько раз говорил, не ставь туда метку. Метка там нормально стоит. Ну посмотри, где сам Маликет, где хилы были. Холи паладинов, стука, есть частицы. Блять. Света. Ладно, может вы играть будете? Алло. Я смотрю, мелких вообще не бить перестали. Алло, ДДшники, сука, мелких вливаем. Давай ЛПшки в одного, в другого, наступно. Забирай с меня. Бомба, ушли перед лужей Сталина. Побежали к стенке все. Ушли нахуй оттуда, блядь. Вы как будто тут, сука, первый раз в натуре, блядь. БР по Виби. Угольков играем милики. Так, император ГП. Лучей про ГП. Побежали к стенке. Император Рейс вставал, то хорошо. Пэл Рэю, дай бэр. Вы какого хуя, сука, с лужи не выходите? Забираем. Ушли, все встали в квадратно. Побежали к стенке через лужу. Элрейс, Мува Про, напуливайте двух маленьких мобов, которые сейчас появились, на микстурку. Микстурка, ЛПшку в одного, ЛПшку в другого. Хорошенько, веером, по КД. Ловушка, блин. Просто вставалки нет, да? По мелким стоп. Ушли все в центр. Почему три феникса уже? Вот побежали, блядь, в стенки. Квадрат доведите немножко. ХП доху еще не ворды, да? Еще два новых. Три старых, два новых. Убили ордедешники угольков. Куда ты откинулась? Ну, себе идти в другую сторону вообще. Алиса, ты можешь, блядь, держать не возле мобов, нахуй, босс? Новых пьем, доводим. Центр ушли. Они в лужу. Собирайтесь в кучу. Секунда, бомба. Бежали на центр. Бежать надо обязательно в куче, потому что дамаг делится. У одного прилетит метеор, это будет ваншот. Убивайте мобов, нахуй. Милики переводим у вольков мелких. Под боссом. С ловушки ушли. Этих мультидотин доводим. Забирай. В центре побежали. Кучу собрались. Убежали. Две секунды наебу, значит в 5 секунд надо уже разбегать. Откуда?
центр. Доводим пол хп. Побежали. Главное, когда он упал, уже вы увидели, куда упал. От того места отходите, чтобы не откидывал. На пула. Центр. Побежали. Слишком далеко. Забери Алису случайно. Центр. Может, Валара это и нет. Побежали. Стоп. Вот ты убежал вперед один. Ты был один. Бомба прилетает сразу, ваншот. Дамаг делится, а босс выходит с откидыванием позже. Поэтому надо. Мелких быть... уведи отсюда, Малики. Поэтому надо быть шерпистом. От миллион. Алиса, какого ты хуя там держишь босса? Да не кричи ты так. Люди пугаются. Последних добивать. Выведи сочетать. РДД мелких. Последних мобов. Все в центр. Че там, 3 ляма, да, или 2? Побежали все. Кучи находитесь, по одному ваншотник метет. Танка бахил. Вливаемся в босс. 2 ляма добивайте просто босса, все, на мобов забейте. Старах-то можно добить? Не надо. Не обязательно. Постоянно один и тот же вуд. На тёлку идем. На тёлку. Запах хороший. Успеется все это. Не переживайте. Я тоже полгода ходил без чешки. Ну я дальше без чешки ходил. Крит меткость это что, на Элема что ли? Да. Каждая когда падает? Один и тот же лут. Агрики по одному по вакууму. Угу. Зашли в комнату обратно. Куда вышли, блин? Это что, на Энха? Да. 10%. Я ГП даю, если мы бы вайпнулись, нахуй, я бы дал ГП. Там больше не сказать, что косяки, там просто люди расслабились.
Тут собраться надо на пару часиков, и все хорошо будет. Никому не надо коготь. Бесплатно кому-то надо. Я с ГП в прошлый раз был. Друиды кистевой носят? Да. Самый красивый фист. Хреново, что нельзя трансить его. Чего вы, блядь? Ну прикольно, что так его скидывали с платформы, кажется. Ты это видел? Патруль идет. На видео снимал компромат. Патруль, ну давайте убьем че. Забирай звездочета, я тех двоих держу. Отойдите от этих легионеров, отводи их. ПГЗ это что? Боевой знак? Это вот я в прошлый раз давал ролик всем. Да они 720 тысяч или что стоит на улице? 1700 уже. Уже 1700, я как-то видел 700. Есть смысл купить. Ну почему нету, типа? Ну, и ПГП, Т5, шмот, ссылка, Т5Гер, УКЗС. Как это нет смысла? Никита серпа на придумал. Не знаю, мы три куска выбиваем. А, не слышу. На это я не давал на ру. Молодцы, о, блядь. О, хорош, красавчик. Кто там вместе с танком полез? Полез? А если конкретнее под Биби? Ну, записаться. Пали смертью храбрых. Я не понял, что там за канитель началась с этим консулутом, блядь? Чем не нравится теперь? Алиса так и не научилась за стенку его запекать. Алиса ничего никогда не научится. Резай им паузу. Ты мастер гонишь на Юбе, что он капсом ебашит, а сам
Вот когда люди не доходят, нахуй, либо что-то еще, я тогда капсом хуярю. Не надо мне до этого доводить. А ты думаешь, почему он капсом хуярит? Виби хуярит просто так капсом. Прям как я. Не, ну как бы тяга к чему-то большому, это попытка компенсировать что-то маленькое. Да, мастер? Да, да, именно этого, блядь, у меня милипедрическая нога. Воронка. Вот в моем обе воронка. Да тут две боешки еще есть. Ебать, клизма зашел. Это что с такое случилось-то, блядь? Ставлю путь. Ставим. Ставлю ставку, что выпадет еще три воронки тут. Если это, конечно, он, а не проданный персонаж. Одна. Первая уже. Это что, блядь, такое случилось с нами? Эй, там 100 голды лежит в мобе, нахуй, знак Илидара, ёпта. Тут воронка лежит в мобе вообще-то. В каком? Вот здесь. Это на ёбу. Надо больше уток. Еще одну. Я бы выиграл, вон патруль какой-то, да, там моб опасный есть. Ну, они бессмертные, не знаю. В угол заходите. Идите хорошенько, рейд. От черепа в угол быстро сжались, весь рейд. Фелшер. А, она. Всё, пизда. Она что в этом? Сейчас сахнет. Нет. Ну, мне повезло. Вот и третья. Короче, бойте, если что, оставишь три ворона. Если упадут плечи.
Опа. Опа, блядь. И второй спулили. Аплодисмент. Готовьтесь. Давай диван. Еще и гер. Не сагрите. Давайте вы двигался все равно. Спрятались. Масрез. Лестница, пожалуйста. О, воронка, раз. Ёб твою мать, сегодня праздник просто. Там наныли, блин, да? Оператор, рисните, то его нечаянно уебал 11 камер. Нечаянно. Ну как нечаянно? Пошлите назад, пошлите, пошлите, пошлите за крестом. Идем, идем, идем. Давайте мы этот крест зергаем сейчас. Давайте, давайте. А те боковые мобы его контролятся, правильно? Нужно, чтобы весь рейд был. Кресту фул будет вниз. Своих не убейте. Ну, я в контроле шар, мне пиздали бы кому-то. Императора убил, второго убил, блядь. Сука. Добивайте. Ну, по-моему, хуя. Сейчас еще кого-то убил. Шарпистула, раз. Миша про два. Палов нету, чулан. Красавчик. Мы встаем, отходим, отходим, отходите, патруль идет, назад, отходим. От патруля. Сель, ушел, ушел, ушел. Я вот только не понимаю, для чего вот такой конченый трэш делаю. Сука. Не знаю. Вот эти кровостражи, они контролятся, по-моему. Они еще хилят этих мобов. Так что надо контролить. Надо, блять, своим фир давать, а не хуящить их с этого самого свихря. В курсе держу. Отходите. 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 Отошли. Смотри, как хорошо, две пары идут, да? Шесть человек. Там рыбу пока. Быстрее назад. Давай, бафнемся. Ты красун. Прижал тебя назад.
Вставай сюда, отходи. Че делает? Агрит, нет? Ну, назад где? Сейчас рестнем. Пока вторые далеко, надо бить. Ну ждем, сейчас вторые подойдут, тогда будем вторых бить. Бурсты свои не жалейте, сливайте сразу на них. Ниха на него. Турбо, ну согласен, я тут никак тебя не мог спасать. Да и вары ебучие эти крутят там, раскручивают. Давайте, Агрю, поехали. Поехали, Агрю. Именно. Фига. Меня законтролило. Точечно. Меня тоже. Меня тоже законтролило. Блять, бля, ну дайте какую-то новую ебаную, блять, оковы, ну что-нибудь. Вам лишь бы уебать. Добивайте. Из дуфир, блять, он в РДД, блять, взял хилом в миле, побежал. Все эти добивайте. Стоп. Блять, по мне просто же скачуром полетел. Твоя, блядь, все 20 катка стеля, нахуй, на ремонт солил. Леситесь быстрее, там много идут. Минуты рез, блядь. Минута? Две. Да его же рез, а уже упою еще просто. Чувак. Он меня согревает. Греет душу. А он, походу, тебя стер, блядь. Согрел. Ты что, то наковал, что ли, внезапно? Не показал? Или мне показалось? Ну, он что-то стоял, пока на него могли бежали. Думал, блядь, тебе убьют его. Думал, зашпериться, блядь. Он, да нет, просто, наверное, Антох услышал, что у меня 20к на кармане, и он как бы намекнул, кого он сейчас будет ебать. Да Тох, я помню, сейчас кинуть на обмен. Патруль идет, давайте быстрее. Все, ворон на коже нету, блять, один вайп и ворон нету. Да еще что, сейчас еще там трэш. Отходим. Сейчас надо крест дергануть. Отойдите, надо, чтобы все одновременно бить начали. А не как попало, надо ДПС побольше в крест. Поехали. Турбо по мне хуярит, блядь, живые бомбы. Какая писячая хуйня. Турбо, в ДК они так само делали, блядь? Там этот контроль можно было развеять. Да там не такие мобы были, не такие совсем. Это хуйня здесь, он не работает, этот контроль. После того, как... Это знаешь, как работало, как подчинение пристов на арене, если кто шарит? Мастер, там 20% хп максимум тебе могли снести. Типа выбивал дамаг из контроля, да?
как здесь вот Фир там и Сфера тоже, чуть люди не выходят на арене, блядь. Фул ХП им заливают, а Фир так и висит. Он ЛРЭ вчера жаловался. Ну вот, что-то из этой оперы. Поэтому и в новом РБК, где контроль, там вообще просто нереальный трэш творится. Чисто на удачи люди выводят. Ну, предлагаю на бегание гимн на ХП прочитать, там что-нибудь такое. Пожить пожимку. Да иди, не колдуй, блядь, у меня рез нахуй получасовой, блядь. Думаешь, я АФК что лежу, блядь? Хуй ты угадал. Не пуляйте трэш. Я просто могу скрин скинуть. Хилы, отпивайте ману. Если вы так будете пулять трэш, сейчас хилы не захилят, и все вайпанемся. Отходите сюда все. Поближе. Вот тут сзади рыба есть. Может быть разбав хоть какой-нибудь. Хоть, блять, лапку, хоть Брестовский. О, лапку дали. Чулан, мое уважение. Отлично сказано. Если не можете прохилить, хоть разбафайте. Может, ты не можешь прохилить? Понял, да? Всему бабку уже какую-нибудь. Хуёвый, блядь, ШЛР этот хил. Давайте, хилим. ГПЛ рейд за то, что не хилим. За то, что умираю на трэше, не сорвав агро, да. Давай. Молодец, Либи, хороший. Нахуй второй пак атрик, я одного не пойму. А потому что они куда-то все спешат, куда я в рот не иду? Не, я видел на форуме тему, там, короче, если много могло пагрить, то воронок падает в два раза больше. Угу. Так все это и работает. А еще можно стоять перед лицом у личана. Да. Воскурнение ебашит туда. Тоже, блядь, глора падает. Такие падают, воронки тоже падают. Две глоры падают, если вы же в центре разливаем. Я запомнил. О, это надо потестить. Халеон с первого трая, три чешки разных, да? Да не, одинаково. Это одинаково. Ты забежит. Чё, блядь, лишний? Не только лишний. Идеально, да? Как я, блядь? Весь трэш убит, да? Бафаемся, подходим к боссу. Mm-hmm. Чек на АФК. Сколько там танков надо? Ну, вообще один, по-хорошему. Как мы будем бить? В одного? Если в одного, то я лучше в ДД. Маленький, ну давай, ретрик. Сомалийского танка, маленький там ретрик. И кто тут в ДД? Хила хватит, да? Да. Так кто танчит в итоге? Сомалийский. С кем? Сам. А ты уверен, что он один затанчит? Более чем. Ты затанчит, да, сомалийский один? У него игра больше, чем Малиса, блядь. Ее говно спекина. Давай тогда. Я не буду думать, затанчить или нет. Вы скажете мне, затанчить, я пойду. Нет. Давай, буду. Давай. Спекайся. Сейчас. Только не с пульта. Я говорю как раз таки про соло таргет агро. Кулак дайте, повар.
ты где? Сейчас. Сейчас он забит. Принимайте летунец. Ну тут надо метку выносить. Не заслакать, проанонсировать это и вам тоже смотреть. Тут нужна фэлшар в дискорде, чтобы она слышала, потому что пинать просто, надо, чтобы она выбежала. Просто метку для фэлшар, отдельно ее куда-то поставить, пусть оттуда бьет и все. Сейчас поставим ей метку. Квадрат. Кто из варов? Кто из варов крикнул на ап? И сбил кулак. Не знаю, дурак какой-то. Не знаю. Нет никакого крика на ап. Не кричали на этот на ап. На меня торгили. Снайпер, блядь. В чейпе нахуя ты кричал, блядь? Ой, ну зад, фелшер. Миша про. Ой, ну зад, что не хватает? Все контролят мобов, нахуй. Хоть один каст проходит, это 10% по боссу от хила, блядь. Я не понимаю, она в дисе или нет? Она не отвечает в игре даже. Нет, она не в дисе. У нее там что-то с наушниками, она не слышит. То ли не слышит. Квадрат ли... на нее поставь, пусть она в квадрате хрен стоит, знает. Да и все. Метку ее поставь на нее. Нет, шейпер, это не вызов, это один косарь ГП, нахуй, если ты еще раз крикнешь на АП. Поможет. Ну, если ты не будешь слушаться, будешь, блядь, миллиард получать. Все готовы, приготовились. Пусть будет деливать спокойно, блядь. Тихо. Вот что ты, блядь, на пулю на самолиска. Блядь, шейпер, ну, нахуй. Так что я больше собирать не буду. Лучше помолчи, блядь. Почему 3D метка двигается? Гер. Че это за хуйня? Потому что она. Что это такое? Миша прав, Миша. Миша прав. Молодец, блядь. Гагарин, блядь. Сука, первый полет, блядь. Здравствуйте. Она выйдет. Кидайте диваны на палубу. Подошли к боссу, упали. Или диван там кидайте, если есть паладин. Вау. Красавчик. Но было смешно, красиво, но больше так не надо делать. Глаза будете открывать, нет? Я навсегда избавлю вас от мании величия. Этот босс почти не бьет автоатакой. С огром, аккуратнее, пожалуйста. Вряд ли Виби там бесаешься. Сейчас какой-то вынесет. Я тогда в танка спекнусь. Спеку. А при чем тут в танке? В чем проблема? Спекайся, микстурка. Он будет. Проблема в том, мастер, что босс почти не бьет рукой. Без спекайся, ударов микстурка. Рукой нету стаков Т5. Поэтому спекайся, тогда микстурка. Тогда хила спекнись. Я буду танчить. Кого-то надо сумонить. Давите шкаф по крусу, и чего она присумнит. Прости, где? Он написал, что 1 минута. Дживс.
бы. Хорош. Хочешь Лену в квадрат поставить? Ну. Ну если будешь выбегать, пожалуйста. Я так понимаю, Мишпро мы еще не забрали, да? После рейда обсудим. Ну или завтра. Что, пристабав есть? Лапка есть. Инты нет. Инту убав. Теперь есть. Все тут, если там поехали. Чё, Кастиэль! Зовут? Принимаю, да. А давай чё? Куда ты, сука, Лрей лезешь-то? Спулил? А вот спулишь нахуй, посмотришь. Гера. Да, Эмпер. Анонси только кому отбегать. А чё, без анонса слабо? Я ой, понял тогда. Найди воронку. Там еще много точно воронок на потолке. Угу. О, взял нормально. Три воронки. Зашли в центр. А я нашел. Оля, а где Макс? Спит. Видишь? Мобы вышли. По черепу играем. Притяните его под босса. Напоминаем, чем косты сбиваются людям. Станами, салом, блядь, не своих хуйня. Демишник на стан мы вешаем. Чем еще фером? Ферами. Фером жанр. Репитанс. Пока я. Раз, вепан. Топотный. Атлас. Прям. Расовый не только панк. Расовый альфа в крови. Ну да. Диминишинг. Быть. Главное, диминишинг на стану получить. Не срезал ее. В черепа играем. Под босса притяни. Второго. Ой, назад. Алиса, притяни второго. Сука, 4 ДКшника. Стын. Протестул. Левитацию нахуй не давать никому. Кинь ему, конечно, левитацию. Уехал.
По черри поиграем. Вокрус. Вокрус вышел. Контроль, контроль без метки. Контроль без метки. Есть, сэр. Захилил? Не-не-не, я сбил. Ну. Ух, сука, рывком спас. Чё это за говно, танк? Баная сатала. Сомалийский вышел. Потому что я все руны на удушение трачу. Император. Тяните без мет. Только что, блядь, хил прошел? Нет. Шейпер. Как нас и накрыли. Без метки бьем. Ромка выбежала. Кас. Черепы. Эльвинар. Турбо. Хотел бы, чтобы голова взлетела, бля, было бы, конечно, прикольно. Ничего нет. Чего? А в глыбе воронки не парили. Без метки бьем. Кац там, блин. Быстрее убили. Вина. Вина. Чансу. Хам. Может, Талрея будем резать, не? Он как упал? Трагические стрелы, сорвал Агрон. Тут Агрон не срывает. Это не трэш, блядь. Это чердейские стрелы от босса. Они в голову летят. С
сорвало гром. Боже, мастер, блять, пощади. Без метки играй. Чувак, дайрил рей. На зум. По черепу играем. Сомалийск. Вроде сюда переход. Дайте им на ману. Вышли мобы. По черепу играем. Войд. Видел там, да, Войд? За уголком есть. Угу. Убили без меня. Фелшер. А где нам двойник? На записи. Метки, которые двигаются. Сумасшедшая метка. Метки, которые двигаются. По черепу. Классно. Классная вышла, классная вышла. Три процента до переходки, да? Второго моба. Прикинули моба. Ой, назад. Не успел левитацию кинуть. На 15? А, на 20 минут. Первый. Опа. Ничего. Просто бей. Оператор лох. Фи ДПС у меня ничего не пиздец. Лут. Бам, 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 говно лут. Малик это разве что нормально. Поясочка упала. Малик мне. Танк ты забирай. Малик забирает, я помню. На транс.
На трансе, блядь, при том, что Алиса АДК, блядь, писать, что на трансе нормально. Посмотрите, там метка за чуваном бегает. Боишься, что Глору проебешь? Ничего, пойдешь танчить. Лича, АГП наловишь, все равно проебешь. Следующий лич наш танчит, правильно я понимаю? Да. Хорош. Она сказала, что умеет. Ну, как умеет, научится. Все мы научимся. Все мы. Пока Алис будем учиться, траить, нахуй он АГП будет ловить. А я на умеет, транс заберу, если что. Если никому не надо. Все на транс. Не, ну прикольный. Все, сука, зажрались, что ли, блядь. Так он с духом. Нахер мне на шипа не надо. Типа на хила. На хила у меня этот же посох.